Сейчас ей 37, она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, но, к сожалению, олимпийской чемпионкой так и не стала. Она рано потеряла маму, ведь та не смогла справиться со стрессом. А дело все в том, что наша героиня попала в беду и должна была несколько десятков миллионов рублей, а ее маму обвинили в воровстве. Однако помог прославленной спортсменке выбраться из этой сложной ситуации близкий друг Павел Воля, замуж за которого наша героиня выходила на 6-м месяце беременности. Как сложилась непростая судьба Лейсану Тяшевой? Она занималась у легендарной Ирины Виннер и побеждала в многочисленных международных соревнованиях. Но накануне Олимпийских игр 2002 оставила спорт, окончив свою профессиональную карьеру. Лейсан получила серьезную травму ступни и не могла ходить. Врачи даже прогнозировали 17-летней девушке инвалидность, но все обошлось. 5 операций и штифт, скрепляющие многочисленные переломы лодеевидной кости, смогли со временем поставить Утяшеву на ноги. А вот своего суженого наша героиня искала долго. Спортсменка встречалась с литовским вратарем и даже с Алексеем Ягудиным. Ей приписывают романы с Орландо Блумом, Михаилом Мамаевым и Александром Носиком. Кстати, пресса чуть не поженила Лейсан с аккордеонистом Петром Дранго. Однако связь с бизнесменом Валерием Ламадзе стала для прославленной гимнастки роковой. Несколько лет Утяшева с матерью жили в доме предпринимателя, пили, ели и ездили на дорогих автомобилях за его счет. Но рано или поздно за все в этой жизни приходится расплачиваться. Вот и Ламадзе выставил счет на 18 миллионов рублей, обвинив мать Утяшевой в воровстве, а Лейсан в обмане. Мужчина потребовал через суд вернуть ему деньги за квартиру и машину, которые он купил и передал в пользование спортсменке, а та решила их перепродать. Мать не пережила позора. Молодая женщина скончалась на 48-м году жизни от сердечного приступа. А Лейсан помог справиться с проблемами Павел Воля. Он был рядом и подставил свое крепкое мужское плечо. Влюбленные поженились, а через 3 месяца на свет появился их сын Роберт. Сейчас супруги воспитывают 2 детей и счастливы в браке вот уже 10 лет. Недаром же говорят, береги платье снову, а честь с молоду. А как вы считаете, Лейсан сама виновата в том, что бизнесмен с ней так некрасиво поступил?